Снята на Nikon D5300. При поддержке компании Redbike in UA. Ребят, ну вы в курсе? Самые крутые гольфисты пользуются услугами специальных кредди, которые носят их клюшки, а также ездят по своим гольф-полям на специальных гольф-машинках. Но этот вид транспорта далеко не единственный, при помощи которого можно прокатиться по такому полю. Встречайте электроскутер Sif City Coco. Впрочем, нам, откровенно говоря, даже как-то неудобно называть его электроскутером. Вы только посмотрите на эту посадку. Да это же настоящий чоппер с электромотором и ключом зажигания. Едешь на таком и сразу чувствуешь себя героем фильма «Ковбой Мальборо» и «Харли Дэвидсон». Куда едем? Да, в общем-то, не важно. Наш чоппер действительно требует минимальных физических вложений от своего владельца. Закинули свои ножки на массивную раму, зажали рычаг ускорения и поехали себе. Еще и подгазовывать эффектно можно. У нашего героя, к слову, есть несколько отличий от любых других видов современного электротранспорта. Во-первых, на City Coco научится кататься любой. Если не получилось, ну тогда вам, наверное, лучше вообще из дому не выходить. Во-вторых, он обладает мощнейшей тягой, и в отличие от тех же электровелосипедов, на которых вам как очумелому придется помогать себе педалями, с легкостью покоряет довольно крутые подъемы. Да, кстати, наши гольф-сравнения в начале сюжета были вовсе не случайны. Вы только посмотрите на эти широченные колеса. Именно такие как раз в гольф-карах и используются. Отсюда что? Правильно, устойчивость и высокая проходимость. В завершение скажем, что модель Sif City Coco поставляется в самых разнообразных расцветках, а при должном усердии вы сможете дополнить ее красоту правильными винилами, после чего вас, о чем черт не шутит, возможно и возьмут в местный байкерский клуб. Нет ли предел ваших мечтаний? Ребята, ну и конечно же не забывайте принимать участие в нашем конкурсе. Вы сможете выиграть невероятную флягу для вашего будущего средства передвижения. Для участия в конкурсе подписывайтесь на Facebook-страничку наших новых друзей, а также оставляйте об этом комментарий под данным видео. Удачи!